В этом мире родился младенец. 25 декабря нулевого года. Очень жарко, брат мой. Мне нужен твой халат. Я принес много даров, но халат к ним не относится. Ты кто? Думаешь, самый умный? Ну, вообще-то, мы волхвы. Он вернулся. Терминатор вновь действует. Нас ждет самый крутой боевик всех времен. Мест нет. Режим поиск. Ушел в Назарет. Hasta la vista, baby Jesus. 33 года спустя. Итак, рассаживайтесь. Вам удобно? Хорошо. Начнем проповедь. Блаженны нищие. Пригнись! Пойдем со мной, если хочешь остаться в живых. Что ты наделал? Они пришли за тобой. Я знаю. Чтобы распять тебя. Но так и должно было быть. Ты что, тащишься от пыток? Вначале он был непонят. Я киборг, металлический остров, окруженный живой плотью. Моя миссия — защищать тебя. Я ценю твою заботу и понимаю, что ты проделал огромный путь. Но есть замысел. Я бы сказал, божий замысел, и ты должен уйти. Солдаты, уничтожить. И ты не должен убивать людей. Почему? Потому что одна из заповедей Бога — не убий. Почему? Потому что это грех. Почему? Потому что это плохо. Почему? Прости его, отец. Он робот из будущего. Но на этом фильм не заканчивается. Вас еще ждет встреча с чудом. Братья, мое время здесь заканчивается. А теперь кусим пищу. Иуда предаст Иисуса. Уничтожить. Куси-ка этого. Ты просто не ведаешь, что творишь. Тебя хотят уничтожить. Я же говорил тебе, я должен умереть во имя спасения человечества. Я запрограммирован защищать тебя. Прекрати! Прекрати убивать Иуду! Но он тебя предаст. Я знаю. Слушай, у меня и без тебя много проблем. Так что перестань меня нервировать, хорошо? Хорошо? А у вас молоко убежало. Дай мне эту штуку. Но этим действие не заканчивается. Не волнуйся, он еще вернется. Ну что? Терминатор 3. Самый крутой из боевиков. Да будет этот фильм благословен.